административного отдела в участии, так как не я останавливал. Это вы знаете? Ну, то есть вы считаете, что у моего мужа есть признаки наркотического опьянения? Да. Какие? Какие? Скоро не выявляю. Какие есть признаки? Лекар-нарколог. Какие признаки? Хоть один. Хоть один, назовите мне. У меня муж сегодня целый день возит детей по кружкам. Раньше какие признаки? Катерина, как? А? Ну, я не хочу, спасибо. Инициалы. Мои в кого? Мне никто не ответит про признаки, да? Покажите документ, что вы защитник, потом я вам все расскажу. Да. Знаете, надо быть еще человеком, чтобы... Вот именно, молодой человек. Вот задумайтесь, как вас зовут? Меня Александр. Александр, да. Прежде чем на кого-то наезжать, вы забудьте, что вы в форме. И забудьте, что вы прежде кто-то чем, там, прежде, вот звезда во лбу, прежде понимаете? Чем брать сотрудника за форменную одежду, надо подумать. Что а что предшествовало этому? Я схватился за ручку с водных дверей, да. На меня в этот момент накидывал. За форму сотрудника полиции схватились и оттолкнули его в сторону. Вы сами должны задуматься. Он не знает, задуматься. Кто он, что он, блин, какого черта, какой-то человек в форме, его трогают. На патрульной машине есть, с пистолетом. Просто так. Читали права? Читали. На жамеру мы читали. Ну я включила сигарету, знаешь, не курю. Покурите на улице, пожалуйста. Подожди, было? А, нет. Рассказывайте, как и что остановили. Да, смотрите, так мы они... двигались по улице. Можно, водитель, можно вас сюда? Это два понятия. Двигались по улице... Нет, вы мне ознаки наркотического, вы больно уступили. Рухалися по вулиці проспект Героїв Сталінграда, на перехресті вулиці Морозова, в напрямку вулиці проспекта Льва Ландау. Водій, керуючи транспортним засобом, не включив світовий показник повороту. При законній вимозі зупинки транспортного засобу працівниками поліції включили спецсигнали, включали громкоговоритель. Він не реагував. Далі скривався в частному секторі. Догнали його біля моєго дому. Його дому, так, він говорить, що не бачив нічого. Не бачу. Є ознаки бліде обличчя. Ви не експерти. Ну смотрите, є, я п'яний. Вони розвідки. Я п'яний, я наркоманами, розширені очки. Не відповідає обстановці. Дивіться, ми вам пропонуємо поїхати на Шевченка 26, пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння, здати там аналіз крові, мочі, сечі. І коли будуть результати готові, ну, ми дізнаємось, є у нас наркотичні дійсно чи ні. На даний момент ми хочемо вас відсторонити від водія на сьогодні, на крайній момент, на даний момент. Ви будете проходити я огляд? Буду. Наркоцентр буду, ви поїдете, буду, так? Щоб ти мені на крису не написав. Я вам не буду на крису. Так, а зачем права у мене украв? Он у мене украв права. Я зараз вам... у вас? Нет. А не ваша жена украла. Ну, кто их украл? А вы их тут отдали. Я их не забирал. Хорошо. Вы мне их передали. Вы слышали, что он согласен с пропозицией? Да. Так, протокол пишите 3 часа. И... Нет, протокол мы не пишем. Мы сейчас пояснение от вас. И вот наручники на меня надели. Чтобы он с годом проходит. Протокол так пишет... сразу побои снимает. Я сейчас пойду. Это самое. Я же не могу. Я же не могу уехать, потому что они сейчас на крышу напишут, что я не проходил. Нет, мы про. Нет, так мы свидетели, мы слышали, что вы не отказались, что вы поедете. Правильно? Присутствует понятно. Да. Ознакомлен на тем, что, на том, что в отношении вас был составлен протокол про административное правонарушение согласно статье 185. А именно, которая гласит о том, что 2.1. Вимоги поліцейського, громадянин Мамович, про те, щоб він припинив вчиняти правопорушення, ніяк не реагував. Яке? Та продовжував вчиняти правопорушення какую? Та порушував громадський порушення. Що я не діяв? Убігав від вас?
вы не выполняли законных требований сотрудников. Конкретно. А именно, стоять на месте, не отлучаться от места вашей остановки. Вы пытались зайти в частный дом, чтобы от нас скрыться? Нет, чтобы забрать дочь свою, которая маленькая ходит. Она была на дом. Я сказал, вам были неоднократно. Вам были неоднократно сказано про то, чтобы вы прекратили правонарушение, прекратили осуществлять. Сейчас по ним побои снимаем. Это ваш. Уважаемая, выйдите отсюда. Вы кто такая? Выйдите отсюда. Она мой защитник. Выйдите отсюда. Она мой защитник. Девушка, не мешает. Я вам еще раз предупреждаю. А вы наркотические препараты не употребляли? Прикинь, нет. В этот раз нет, да? Да. Удивительно. Это не столь важно. Дальше. Я вас предупреждаю о том, что 2.12.2019, 11 часов, в городе Харьков, в суде Комитетовского района будет рассматриваться данное нарушение. Вы будете подписывать постановление? Уберите с моего лица телефон, уважаемая гражданка. Отойдите в сторону, у вас руки трусятся, вы, наверное, сильно нервничаете. Вам, может, скорая нужна? Да. Таня, ну, ёбаня. Вот Смотренюк сидит на... Да. Так вот, я предупреждаю вас о том, когда, какого числа будет предупреждаться. Отойдите, вы препятствуете мне ознакомиться. Я вообще тебя не трогаю. Уважаемые понятые, я прошу вас обратить внимание на то, как гражданка данная не дает мне ознакомить ее супруга о том, где будет рассматриваться, в каком месте, в какую дату и в какое время его правонарушение согласно 185 статье, то есть непокора. Расскажите, она снимает просто. Она мне тычет телефоном в лицо специальное препятствие. Снимайте. Я хочу, чтобы вы просто это видели. Давай. Да. Также данная ситуация ведется на видеокамеру нагрудную. Еще раз вам повторяю о том, что 2.12.19 в 11 часов в городе Харькове в суде Комитетовского района будет рассматриваться данное правонарушение в суде. Вы будете получать копию свою? Сюда прошу вас пройти, расписаться. Также вы будете давать пояснение по данному факту? Да, дай пояснение, пожалуйста. Сейчас я тогда вам дам листик. Можно вас попросить бланк? Есть у нас или листик? Есть бланк пояснения у вас? Номер телефона вашего. Сергей Александрович, на вас вкладано протокол про административный закон Римы, 185, лише не покора. Ми вам пропонували почекати, ви, декілька вас були попереджені, що вас будуть застосовувати фізичну силу, наручники, спецзасіб, вам декілька разів повідомляли, ви на це не реагували. Тебе предупреждали о том, что применяться спецсредства? Та есть, предупреждали. А можно ознакомиться с этим видео? Ну, кто вы? Вы не адвокат. Предоставьте, пожалуйста, посвідчення адвоката або іншого фахівця в галузі права, який має право надавати юридичну допомогу. Згідно 268. Предоставте, будь ласка. Предоставите, захищайте його права. Немає, не можете права. Присаджайтесь, вот вам лист для того. Сергій Олександрович, будете підписувати протокол про затримання? Ми ще пояснення не дали, подождіть. Тут не потрібно давати пояснення, тут просто що, дивіться. Зараз, секундочку. Указано, дивіться, фіксація. Це не протокол. Чому мені це розказуєте? Ну, ви там, ви ж захищаєте. Я хочу, щоб ви супругу скажіть, щоб підпис, дивіться, це протокол затримання, що ми його доставляли в відділ поліції, що ми на нього надівали наручники, що ви повідомлені, що ви сюди приїхали, жінка Федотову, по телефону, що він повідомив вас. Правову допомогу я повідомив, він сказав, не потребує він допомоги. А мені ви сказали, що ви визвали адвоката. Так, я визвав, він сказав, не потребує. Я розмовляв з ним по телефону. І от черговий той, хто приймав, дивіться, Карлашова ВД 1735 2754 виклик. Все. Я от записав їх протокол затримання, то же саме. Аж на следующий, ну, скажите, когда? 7 числа. 100% уже будет? Или не просто... знаю. Я 7 дежурю. Алло. Нет, что просто я направление человеку поэтому не давал. Я вам хочу сказать, завтра у нас будет куда? Наш старший врач.
вот к ней можете подойти. Класс. И решить этот вопрос. А что она говорит? Так, а? Можно или туда, или анализы сдавать. Молодой человек. Ну, едь домой, можно сейчас домой приделать. Мне малой теперь пропал, не дождался маму. Я не пил ничего, я не принимаю. Никогда не пил. Сейчас подтвердим, все, сдадите анализ, заберите баночку, идите в туалет. Вам нужно собрать только полностью. А можно стакан воды ехать? У нас несколько с подкрана. Дайте с подкрана. Смотрите, немножечко непонятно, что вы написали. Кор правильно, он где правильно, а та НП непонятно что это, Т, З, О, Х, вот откуда? Потом мы, ну как мне сказали, это НП, да? Вот, да, все. Полный стаканчик, хорошо? Да. Полный. Да. Сиделся. Так, хорошо, Лена Николаевна, вы поняли, да, 2086. Ну, ой, как же я заметила? Еще документ есть? Удостоверяющий личность. У нас был, я не разобрал. Будьте добры, дайте Татьяне, мы вам вернули. Отдайте Лену Николаевну сначала. Дома? Естественно, нет. Слава Богу. А когда он пришел? Как он зашел? У меня ключа нет. Ладно, я сам справлюсь, Таня, сидите дома. Ну, давай, возьми на один. Там все написано. Вот этот голос включен. Да. Сам. Да. Сейчас найду. Да. Это район какой? Комментарий. Слабицкий. Так. Вы сказали, я сказал. Зиханский там. Да. Это будет 10-го. 7-го, 10-го, 13-го.
Ну, я же могу 14-го записывать сегодня. Естественно. Зачем? Я просто вам говорю, что 7-го, если есть результаты, я должна закрывать. Мое ближайшее 7-е. Звоните 7-го сначала. Да, все, я напишу на 14-е, а 7-го я могу забрать, да. Вы сначала позвоните, а потом я говорю. Так, червень – это 6-й месяц, правильно? Так, взвод 1, рота 2, батальон 2. Взвод 1, рота 2, батальон 2. Да, батальон полиции. Сергей Александрович, я вам даю поведение. Сейчас результат мы готовы. Чтобы вы сделали. И все, ну, вы номер телефона можете так взять. Связавшись с працівниками суда. Якщо буде результат. Кого? Суда? Ні, можете позвонити сюди. А, сюди? І якщо буде результат, на жаль, за вашу поїздку, вам потрібно буде з'явити в 2019 о 9 годині судді на місто Харків, вулиця Шевченка, ваше складання протоколу. Якщо, ну, буде у вас виявлено ознаки, ви ні, наркотичне сп'яніння на сьогоднішній момент, то вам потрібно прибути в місто Харків, вулиця Шевченка, 26. Сюди прямо. Сюди. Так, ладно, давайте. Не сюди? Ні, дивіться, на КПП. От. А вам там скажуть. Я вийдем, я вам покажу. І що? Ну, я вам даю, я вам отдам. Давайте ми рішимо. В нашому кабінеті медицина. Когда вы выйдете из кабинета, все вопросы... Когда анализ будет готов, анализ. Все, я все расскажу потом. Сейчас давайте я с вас досмотрю. Я ваш анализ опечатаю. Так, телефончик прячьте, пожалуйста, потому что он будет мне мешать. Так, скажите, Сергей Александрович, жалобы на здоровье есть какие-либо на данный момент? Жили, головные боли. Головные боли, хорошо. В больнице лежали, когда видно сотрясением головного мозга? Да. Были официально зарегистрированы? Нет. В течение часа ссадины, царапины, синяки никто не поставил? Полицейский поставил. Это что? Это наручники. Все, понятно. Хорошо. И последний вопрос. Когда-либо употребляли наркотики или нет? Если нет. Да, то нет. Смотрим на меня, пожалуйста. Так, хорошо. Возьмите ручку, пожалуйста. То, что вы мне ответили, просто зафиксируйте письменно. Смотрите, здесь написано сведения о последнем употреблении наркотических веществ. Вы сказали, что наркотики не употребляете. Да. Здесь пишем наркотики не употребляете. А у вас плюсовые очки? Да. А можно? Я уже забыла, какие у меня очки. Ну давайте я тут Значит, здесь мы пишем наркотики не употребляю. Так, все уже закончил.
Напиши протокол. Протокол. Напиши, я поставлю. Иди. А ты не можешь. Лежи, я говорю, время, бачу. 11. Хорошо. Так, отдавайте мои очки. Подождите, все потом. Присядьте, пожалуйста. Дайте я посмотрю его. Сядьте. А у меня телефона нет. Смотрим на колпачок. Головой не двигаться, только глазами. Хорошо, станьте сюда, по мне лицо. Ноги вместе, пожалуйста. Глаза закрыли, руки вперед. Пальцы разделили. Указательным пальцем до кончика носа. Вперед руку, вторую руку. Хорошо, понятно. Ничего страшного. Два пояса разбиваемся. Футболку с короткими руками. Сзади печать и табличку. Хорошо. И я напишу бумажечку. Это я ему отдаю, да? Правильно? Я не знаю. Это не наше. А, ага, я вам. Присядьте, пожалуйста. Да я уже насиделся. Потому что следующее дежурство мое только 7. Я начала, я закрываю. Uh-huh. То есть по телефону спрашивайте, акт 28-6 готовый? Uh-huh. Если говорят готовый, приезжайте в кабинет. Тут пишется, время выдачи результата ежедневно. То есть это можно и выходные, и праздники тоже самое. Но с 9 утра до 9 вечера. Значит, должен тебя быть после 9. Да не быть должен. Я тут, смотрите, написано звонить. Но когда придете сюда, обязательно нет документа, удостоверяющей личность, потому что вы будете за документ наш расписываться, что забрали. А получать любой день, вы именно подойдете? Там любой день. Позвонить к вам? Вы звоните в ближайшее время 7, то есть до 7 числа 100%. Можете не 7, можете... Мне вы не нужны. Нет, я уже вообще не нужна вам. Вопросы к нам есть? Все, вы все выходите, а с полицейскими решайте там дальше. Идемте, Сергей Александрович. Да! На вашем же языке. Кто ты такой? Где головной убор? Какой головной ты инспектор? Убор? Чего вот ты инспектор? Короче, говна, все. Что ли? Это ты, говна, инспектор. Чмошник, блядь. Чмошница. Чмошник. Хорошо. Не хочу. А не садитесь. Стоп!
дверь закрой, говорю. Не, садитесь. Дим, блядь, слышишь, я сейчас съею. Что это такое? Что? Давай еще один протокол напишем. Ты что, слышишь? Больной? Что это такое? Ты что, больной? А что это такое? Ничего. Ты что меня трогаешь? Что это такое? Ничего. Ты что меня трогаешь? Что меня трогаешь? Я сижу в машине. Мы сейчас пойдем еще писать. Туда? Бумаги. Туда пойдем. Ты какого черта меня да руками трогаешь? Да такого черта. Не лезь, я служебный автомобиль. Она на машине приехала? Да. Давай ее туда отведем. Слышишь? Давай. А? Давай, в наркоцентре ее сейчас. То же самое. Я запропоную вам пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння в закладі охорони здоров'я. На каком основании? На том основании. На каком? От я бачу у вас признаки наркотичного сп'яніння. Такие. Я вам объясню сейчас какие. Объясни мне, пожалуйста. Объясню, да, там. Давай, пойду, пойдем. Хорошо, пойдем, пойдем. Сейчас я эту в наркоцентр отведу. Я никуда не пойду. Пункт правил дорожного движения 2.5. Отказ. 2.5. На месте вынес. Я что, на машине, блядь? Да. Что? Где? Ты меня остановил. Ты видел, как я двигался? Конечно, видел. Где? Все я видел. Где ты это видел? На камере посмотрим. На какой камере? На обычной. Пойдем. Идем в наркоцентр. Вот свидетели. Да какая? Останавливай любую машину. Ты что, блядь, дебил? Ну там мы глянем, кто из нас кто. Где там? Там, вот там. Я когда сдадим туда идти. Анализы, вот там и посмотрим, я кто из нас. Я не боюсь туда идти. Там. Хорошо, сейчас пойдем. Какая разница, она ехала все равно. А мы сейчас остановим их. Надо, чтобы кто-то. Сергей Александрович, нечем говорить. А в отношении вас... Ясненько написал. Не кричите, я вас хорошо слышу. Прекрасно, там дайте нам бланк. Вы уже писали по этому. Мы еще раз хотим написать к этому протоколу. Есть протоколы там... В отношении вас за неостановку на требования сотрудников полиции был составлен протокол ОБ 57-770, в котором написано о том, что 2.11.17.00 в місті Харків, перекрестя вулиць Морозова та перекрестя Героїв Сталінграду. Видів керуючи ТЗ Субботівець від ДНЗ Анна Харитон 0228. На вимогу, я зараз ознакомлю і напишіть пояснення. Ні, ви спочатку повинні написати пояснення. На вимогу працівників поліції про зупинку транспортного засобу завчасно подано за допомогою спецсигналу та гучномовця. Не зупинився. Був зупинений шляхом переслідування на патрульному автомобілі ДНД. Вам так нравится? Да. Как красивая у меня улыбка. Вообще давно, просто. Ты такая классная. Пишите. Я не пишу, читаю. Не пиши, пишите. Я не обязан. Читай. И я тоже не обязана. Обязана. Еще как обязана? По улице. Место проживания останнего. Чем хороший пункт правил 2.4? Стаття 122, прим. ПАП. Громадянином Малов С.О. роз'яснено права та обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України. Об'ясніть, будь ласка, права та обов'язки. Це те, що ви можете не предоставляти пояснення в отношении себе і родственників, які відведені законним кругом. Далі. Повідомлено, що розгляд адміністративної справи. Пересмотрите відео. Відбудеться у Коментарному суді міста Харкова. Так, про особу, яка ознайомлена з часом та місцем розгляду. Коли? Коли назначить суд. Це не ми назначаємо время. Ми тільки вказуємо, де. Ми хочемо дати пояснення на віддільний бланк. Смотрите, вот здесь. На мало місця. У мене нет листочка. Хочете, приобретите, пойдите і напишите. Мене не снабжає государство бумагою. Поэтому я вам не отказываю, я приму. Да. Да, давай я тут напишу. С местом я вас ознакомила, распишитесь, пожалуйста. Давай напишем сначала пояснение. Ну сначала давайте по графам, по пунктам пойдем. Чтобы это ознакомило с местом часовым разглядом. Сейчас я вам. Выхватишь и убежишь. Нет, давайте я не убегу. Все, давайте. Подождите, тогда я дальше пойду по пунктам. Не выхватывайте, пожалуйста, бланк. Так, пояснення особи, яка притягається... Ні, я не відказую, ви можете написати. Вот, смотрите, вот вам є чітко. Там мало, мені не хватит. Більше можете додати в суді інформацію. А я хочу пояснення дати на окрему марку. Пояснення справді. Ви не можете дати, я не відказую, ви можете дати водій. Водій хоче дати.
копию постановления, копию протокола будете получать? Пожалуйста, подпись ваша. А пояснення? Ви нам отказываете в нашем законном праве? Особа, яка ознайомлена, не, в моих руках, пожалуйста, это протокол, это материальное. Где пояснення? Вот, смотрите, я вам покажу все. Особа ознайомлена с местом та часу розгляду справи, будь ласка. Сейчас я вам дам и сфотографировать, и копию вам даю. Хорошо. Держите копию.